Так, сегодня, как и обещал, другой магаз. Здесь у нас что есть? Норфейс. Норфейс 11, вот с такой подошвой. Но это 11, он не 11, это женский размер. Девятка по UK, это 11 по US, это женский, потому что тут розовый цвет есть. Скорее всего, женская. Но это уже North Face, и у него ценник $69. Что еще тут? Тут много чего такого прикольного. Кстати, вот есть вот такой вот ASICS гель Quantum, скорее всего 360. Тоже размер десятка, почти мой. Ну, может, даже и мой. Стоит Quantum, стоит 56, стоили 113, но я эту модель знаю, я ее хотел когда-то, она очень удобна из всех, наверное, ASICS-ов. У ней вот этот гель идет по кругу, гель 360 Quantum, она нормальная. И вот такая же, по-моему, тоже гель 360 Quantum, наверное, я. Хотя хрен его знает, ну скорее всего. То есть что-то еще есть. Есть адики, адики нам не надо. Адики не надо. Сейчас покажу, что тут есть еще. Короче, полный размерный ряд Хока. Пожалуйста, любые мои размеры есть, стоит 79. Хока модель я вам не скажу, парни, как называется. Модель легкая, прикольная, можно взять такую. Амортизация нормальная. А вон, кстати, есть название модели. Challenger ATR6. Ее вот тут вон сколько, каких хочешь. И есть еще вот в таком цвете, тоже, по-моему, та же, да. И та же модель, короче, тоже Challenger ATR. Здесь у нас неизвестная контора, короче. Challenger ATR6 есть. Какие есть? Вон пищат. Видео, скорее всего, длинным не будет. 79, максимум минут на 10-15. Потому что сегодня что-то как-то так. Нету ничего. Еще хотел какие-то показать ботинки. Какие-то были. Сейчас найду. Найду, где я хотел. Бивис Батхит носки. $3. Плохого качества носки. Какие-то еще модельки были прикольные. Какие, не помню. Найки вон за 59, но они такие серьезные найки. Ну, что-то тут заорало. Сваливаем. Где-то были ботинки, которые хотел показать. Короче, Хока тут есть, да? Хока прикольно. Мне надо было... А, вот DC, кстати. Вот это вот. Ну, почем они? 29,99. Нормально. Тоже 10-й размер. Rolltex, короче, вот так выглядит подошва. Ну вот это все не кожа, но плотное что-то. Здесь носок защищен. Короче, что за модель, не знаю. 10 размер, 29. Я бы взял себе там для работы, если что, на зиму, типа.
Но единственное, что меня смущает, во-первых, сейчас лето будет, полный сезон. И смысла их брать нет, да? Но цена классная. И они 10-го размера. Я, мой вроде размер, я его начинаю мерить, и мне даже, ну, мне 10,5. Ну, один хрен, я бы их не взял, потому что не сезон сейчас. И эта сволочь запикала, не дает нам позаписать. Вот такие есть прикольные. Это адики. Вообще огонек. Адики 29 баксов. Таких даже Симпсоны, даже в салонах нет. Прикол. Симпсон. Вообще четкий. Ну, не то что четкий, обычный, но прикольный. Если уж брать, прикольные какие-то. Тут тварь пикает, я пошел подальше. Здесь вообще ничего нет в больших размерах. Есть, а, есть вот такие вот. Я хотел их, если что, кинуть. Тут есть. Я, по-моему, снимал их уже здесь. Кен есть. Вот 10 и чуть-чуть. Это вот мой размер. Вот эти вот я могу взять на лето. Я в другом магазине посмотрю, возьму цвет, мне другой серенький понравился. 29. Вот я вот эти вот на лето возьму себе в машине ездить, потому что у них защищенный носок. Пятка не будет слетать. И, конечно, они громоздкие, но у них нога, короче, сидит очень классно. И жарко не будет. То есть вот эти можно взять для работы. Типа. И что хотел показать еще, ну это я вам показывал, вот есть еще вот такие вот Face. Ну Face здесь ценятся, стоят $69. Прикольно. Здесь Монархи, любимая обувь. Монархи, кстати, тоже огонь. Их для работы самое то, они кожаные, очень удобные в плане амортизации, на ноге сидят классно. И плюсом я еще вот такие Nike бы хотел, я вам их показывал. Кто не подписан, подписывайтесь на телеграм-канал, там они были давно уже, $69, все кожаные Nike. Вот так выглядят, как берцы выглядят, и плюс Gore-Tex. Вот эти я бы взял на зиму 100%. Они были моего размера, но ценник меня не устроил. То есть, все равно для работы. Либо вот такие для работы. Ну вообще крутые, все брезгливые, стоят 59. И подошва у них вот такая. Они вообще все брезгливые. Ну, для работы вообще обычно. Ну, больше ни для чего. То есть. Вот, для работы, да, для другого нет. Что тут еще есть? Вот, пожалуйста, 34 бакса. Air Force. Пожалуйста, Air Force 34 бакса. Вон они идут. Air Force Nike. 34, да, ну 35, не 34. 35 еще уценил, но и никто не берет. Размер 12, но это женский 100%. 12 размер, только посмотреть мужской. А мужской получается UK 9,5. Короче, UK 9,5 и 29 сантиметров постельки. Ну, подстельки не 29, по ним видно, это, короче, 9,5 UK, это примерно в US и 10,5, то есть почти мой размер. То есть мне надо либо чуть меньше на полразмер, либо эти пойдут. Но я Air Force не люблю. Я считаю, что у Nike это самая уебищная обувь, какая есть. Я их никогда не рассматривал. Ну, кто меня смотрит, знает, как я отношусь к типа такой обуви. Вот лучше взять 100 раз Монархи, чем те Air Force. Монархи удобнее намного. Вон DC всяких, всех там дополнище. Вон просто адики. Ну, адики 100 раз были. Здесь что прикольно, это Хока вот этот Челленджер. Посмотрите, сколько она там на сайте стоит. Не знаю, посмотрите. Она есть в цветах. Вот этот цвет есть.
И которые я вам показывал, вон они все стоят. Вон. Вся линейка. Короче, выбирай, не хочу. Стоит $79 в данном магазине. В магазин Dress for Dress. Америка, Флорида. Короче. Ну и все из всего интересного, короче. Ничего нет такого. Прям, что бы мне понравилось. Вон DC еще огромного размера эти. Кума, ну, этих я уже 100 раз показывал. Залетайте все, кто там первый раз столкнется на канал. Там очень много было про американскую одежду, обувь, которая здесь стоит 14 баксов на Утика. Тоже неплохо. Вот такой лейбок. Ну, тоже очень плотно, только для работы. Короче, я еще не просто так все смотрю, я еще смотрю с прикидом что-нибудь, в чем я могу работать. Работа у меня, я перевожу машины. Поэтому одежда нужна удобная, тянущаяся. Удобная, тянущаяся. Сейчас лето тем более. Сейчас лето, хочется чего-нибудь легкого. Типа шорты какие-то. Ну, типа как я выгляжу. Шорты, майка и New Balance. У меня ничего не осталось. Опять же, для тех, кто смотрит, ничего не осталось у меня из кроссовок летних на... Ну, у меня есть, которые просто я хожу. У меня много которых я хожу есть, но которые можно было бы убивать и взять на работу. У меня сейчас ничего нет. Надо что-то летнее покупать. У меня только Соломоны и Рык Смоки остались на лето. Вот эта майка мне понравилась. Вот эта. Все прикольно, такое качество у нее хорошее и фирма нормальная, Welcome, и стоит 10 баксов. Очень хорошее качество, понравилось мне это, я не знаю что. Короче, с майками проблем нет, майку можно купить. Это я уже вредничаю сильно, потому что что-нибудь уже хочу не простое, а что-нибудь классная. Тоже ничего нет. Шорты. Тоже ничего. А, вон шорты. Шорты сейчас. Каждый смотрит шорты. Шорты все хотят. И шорты какие-то. Но у меня есть шорты, то есть я на них не сильно заморочен. Только если что-нибудь классное, я бы купил. Вот. Просто так шорты брать, ну, какие-нибудь джинсовые, здесь вообще не вариант ходить. Все, жопа спреет и все. То есть либо хэбэшные, в них еще хоть как-то все продувается. Либо синтетический эластик какой-нибудь, типа под спорт. Либо купальный. Ну, купальный типа Vans. Ну, допустим, вот Just Do It. Эска только. Эска. По ценнику фиг знает. По ценнику 24 бакса эска. Вот нормально выглядят шорты обычные. Классные. Легкие, удобные. НБА. Это что, Лейкерс? Ну, это все какая-то херня. Лейкерс. Нехорошая тема. Вон тут Норфейсик. Синтетика Норфейсик. Ценник 16 баксов. Не очень. Вот такую я себе для работы хотел купить. Вот. Вот эту вот. Мой размер L. Вот на них сейчас оценка. Может быть, еще дождь. 16 баксов стоит. Она двойная. Короче. Получается, она идет с шнуриками, и она внутри вот такая не продувайка, скорее всего. Эта ткань приятная такая. Ну вообще ничего. И ценник на нее типа 16 баксов. Типа что не взять, как для работы, как
кофта одел утром, пока прохладно, шмыгнул там туда-сюда, вот Адик. Адик Эквипмент, это, короче, для футбола. Эквипмент, это что-то как, типа, оборудование или как вот, ну, что-то для чего-то. Вот New Balance вообще черненькая, XL. XL, кстати, не мерил, потому что XL нигде не было. XL тоже 16 баксов, но вот черненькая вообще огонь. Как и все черненькое, да, North Face. Вот North Face просто long sleeve. Тоже 16 баксов, это просто тонкая хбшная кофта long sleeve. Адик прикольный, типа просто кофта Адик. Потом что еще тут есть? Я не знаю, видно, нет. М, тут М-ки, внизу Л-ки, да. Типа тоже похожие на кофты, но это уже просто неизвестная фирма. New Balance, вот это прикольно, да. Я вам ее показал. Нашивка такая сбоку. Ну, нормально. За 16 баксов вообще даром почти. То есть можно взять для того, чтобы в ней работать. Вот еще, кстати, New Balance какие-то есть. L размер. Это уже 24 без скидки. Но это вообще эластик. Вообще классно. Это на более легкую погоду. Вообще тоже классно. Но единственное, жалко, что тоже скидок на нее нет. Мы ее... Вот еще какая-то зеленая. Чистый эластик. Внизу с каемочкой, все такое, здесь такое. Ну, классно. Можно такую брать. Вместо майки на голое тело натянул, погнал. Что тут Колумбия? Колумбия 10 баксов. Хлопок такой себе. Нормальный, но не толстый, ничего. Сон Адидас синтетика. Короче, если именно что-то прям надо, то выберешь. Если уже быть вредным таким, как я, то не выберешь. Потому что ничего нет для меня лично. Чтобы на мою вредность, на мою вредность нету ничего. На мою вредность. Прикольный цвет Levi's. 14 баксов. Прикольно. Короче, не знаю. Сумки еще есть всякие. Короче, любые. Томми Хилфигер, какая-то сумочка такая, фиг знает куда она такая, очень маленькая. Вон. А Джондон за 24 бакса. Серенькая Джордан есть. Ну, короче, все. Ну, джинсы мне. Джинсы не смотрю, мне не сильно нужны. Короче, так. Тут всякое. Не. Посмотрю сейчас, что еще эти были где-то. Как они. Сейчас вам покажу. Духоморчики всякие. Хотел показать эти, как они называются. Были, короче, тут кто-то были эти часы, что ли. Короче, ладно, такой магазин, вот такой денек.